За моей спиной новый центр BMW. Это музей BMW, рядышком есть завод BMW. Это мечта многих автолюбителей. Многие тратят свою жизнь на то, чтобы приобрести хоть какую-то автомобиль серии BMW. А стоимость его десятки, может быть, даже сотни тысяч долларов. И гробят на это свое здоровье. К сожалению, вы не знаете, как беречь свое здоровье. Эти несколько миллионов долларов, которые вам подарили ваши родители при рождении, именно столько стоит ваш автомобиль, который вы после просмотра видео увидите в ближайшем зеркале. Вы знаете, пересадка печени стоит, как такой средний автомобиль BMW, 50-55 тысяч долларов. Уложить печень сложнее, конечно, чем почки, но почки стоят дороже. Почки стоят до 150 тысяч долларов пересадка. Это уже хороший автомобиль, даже не серийный автомобиль BMW. А вы знаете, пересадка сердца 250 тысяч долларов. Я не думаю, что каждый из вас скажет автомобиль BMW на скидку с такой стоимостью. Поэтому, ребята, цель прекрасна. BMW — это здорово. Поберегите свое здоровье.